Ну, наверное, нельзя обойти сегодняшнюю самую актуальную тему – это вывоз мусора. Мы об этом уже были обеспокоены в начале июля, и когда разыгрался уже конкурс, когда появилась новая компания, уже в начале июля мы просили и рекоператора с тем, чтобы специалисты приехали сюда на место, организовали здесь уже работу. Прекрасно понимаю, что одним днем вот такая замена одной ввозящей компании на другую не получится. Но на данный момент что происходит? С учетом того, что мехуборка, которая вывозила, наверное, половину города, не получила договоров субподряда от рекоператора. Порядка 10-12 дней старалась вывозить, но вывозила, надо честно признать, недолжным образом. Не до конца доработала, о чем было сказано не единожды зампредседателю правительства Стрельникову, рекоператора Андрееву Михаилу Васильевичу, ну и Вишнякову. С Вишняковым буквально последний разговор был полчаса назад о том, что их компания, он находится сейчас здесь, их компания не качественно закончила свои работы. Со своей стороны, со стороны муниципалитета, мы собрали всех индивидуальных предпринимателей и компаний, которые в состоянии вывозить вообще мусор, убедили рекоператора заключить с ними субподряды, открыть полигон для всех вывозящих компаний, с которыми заключены договора и которые вот только будут заключаться договора. Сегодня Алексей Владимирович Стрельников, зампред правительства, через 2 часа появится опять в Балаково. Мы с ним проедем по всем домам, которые у нас есть по горячей линии. На вчерашний вечер было 50 звонков совместно с партией «Единая Россия» организовано, где требует, так сказать, серьезное вмешательство по вывозу мусора. К сожалению, новая компания «Днепр» имеет в 2 раза меньше техники, чем того требуется. Нам в среднем на город требуется от 34 до 40 автомобилей в целом. Сейчас нехватка порядка 10-15 автомобилей для вывоза. Но с учетом накопления, наверное, надо даже где-то и побольше. Плюс не хватает контейнерного парка, недовезенного, как минимум 400-600 контейнеров объемом 0,36 куба. Вот. На самом деле компания не была подготовлена, и я возвращаюсь к началу июля, мы видели о том, что ничего не происходит, то есть нет организованного штаба, нет организованного подбора людей, не формируется автомобильный парк, не формируется парк контейнеров, и, конечно же, для эффективного вывоза мусора нам в целом по району необходимо, в целом, если говорить с районом, до 50 машин. И машины это не должны быть там 3-4-кубовые, это как минимум 8-10 кубов должны быть такие машины для вывоза. Это контейнера с определенным набором 0,36 куб, там так называемые лодочки, это все должно быть в наборе. И наши предложения для рекоператора были простые. Ничего пока не трогать, продолжить договора субподряды с теми компаниями, которые работали с той же самой мехуборкой, и уже по прошествии какого-то времени, когда вы подготовите штат, когда подготовите полностью автомобильный парк, когда привезете в полном объеме контейнера и делать постепенную замену и парка, и, так сказать, подрядной организации. Ну, нас уверяли о том, что все будет хорошо. Получилось так, как получилось.